Всем привет и слава Украине! Сегодня у нас понедельник, а значит, передача «Все будет Украина». Хорошо знакомый и любимый вами Роман Цабарюк. Приветствую, Роман, очень рад видеть. Сакартвелос, да, Украина, гау маржосгела. Роман, ну, первый вопрос, он как бы тот вопрос, который меня очень сильно, я думаю, всех очень сильно беспокоит, это как Украина, как Киев, ну, и не только Киев, конечно, живет в условиях периодического блэкаута, отключения электроэнергии и так далее, потому что, ну что греха таить, мы все, которые за пределами, очень сильно переживаем. В то же самое время хотим, я анализировал свой опыт, я даже пытался что-то, какие-то советы давать, понял, что мой опыт абсолютно бесполезен. Хотя 10 лет без света мы тоже сидели, но полезно. Чисто практические вещи, появились ли практические вещи, которые вот помогают подготовиться к отключениям электроэнергии? Дело в том, что ситуация вообще по стране в части отключения электричества очень-очень разная. Если вот мы говорим о Киеве, вот по крайней мере вот все это время, ну, выключают, на выходных не выключали. То есть смысл в том, что электричество, его больше оно есть, чем его нет. Причем значительно больше. Поэтому говорить о том, что вот надо какие-то вот прям супермеры принимать, и что мы тут все страдаем, ну, я говорю, по крайней мере, о себе, то меня это вообще не парит, если честно, по большому-то счету. И это, я почему на этом акцентирую внимание? Потому что российские фашисты, они же тут думают, что сейчас тут будет революция, бунт против Зеленского и так далее, и так далее. Но хочу сразу предупредить российских фашистов, что этого не будет. Почему? Потому что вы же показали, что будет. Лучше сидеть какое-то время при свете и жить в нормальной стране, чем погрузиться в российскую тьму. А российская тьма – это же что? Это трупы, трупы, трупы. Все освобожденные территории свидетельствуют только об одном и том же. Что будет в Мариуполе, только даже страшно представить. Вот поэтому и все. Энергетики наши работают, за что им честь и хвала. Армия работает, ну, на войне, как на войне. То есть, еще раз. Нашим российским агрессивным соседям, которые говорят, где же бунт, на эту ситуацию нужно взглянуть по-другому. Если ты стреляешь по ТЭЦ, ну тогда не удивляйся, если у тебя взорвется какой-то газопровод и будет пламя дыма возле Петербурга в 12-этажное. Просто не надо удивляться. И у них вот этих вот газопроводов и всего остального очень-очень много. И вообще российским фашистам нужно подумать об одной такой штуке. А что будет, если по вам будут так стрелять? Вы защитите свою территорию? Потому что пока мы видим одно, что в России появились беженцы из Белгородской, из Курской, из Брянской областей, приграничные регионы, ну, в первую очередь. А Брянск вообще, ой, Белгород вообще что-то, у них и цены на квартиры упали почему-то, ну, не знаю, что такое. Поэтому все, ну, здесь на войне, как на войне. Это никоим образом не сказывается на решимости государства воевать. Ну, кстати, вот по поводу они думают, те, которые принимают решение, конечно, думают, что они отсидятся, а остальные, может быть, и о чем-то думают, но у них, правда, никто, вот реально никто не спрашивает. Кстати, вот на этой неделе был приговор по MH17. В чем такое? Он первый приговор, он предварительный приговор, не предварительный, вернее, он приговор, который открывает еще двери другим расследованиям и другим делам. И мнение по поводу того, что, мол, слабовато. Ну, чего, блин, троих только осудили и все. А где то, что это Российская Федерация, где то, что это российский БУК и так далее? Что вы думаете по этому поводу? По поводу этого? Ну, ничего нового мы не узнали в решении этого суда. Все прекрасно знали, какое будет решение, но юридическая формулировка и вообще юридический процесс предполагает, что это долго все. Сказать, что я как-то там расстроен или наоборот обнадежен, да нет. Ну, как бы юристы и судебная система, она работает так, как она работает. Поэтому, собственно, люди потом ей доверяют, что это выверенное, вот все собрано по крупицам, все сообщения, свидетельские, ну и все проверено и так далее, и так далее.
так далее. Что мне вот хочется просто подчеркнуть, что 53-я зенитно-ракетная бригада, которая сбила этот самолет и убила почти 300 людей, она не принимает участие в военных действиях по своему усмотрению. И приказ на это дало высшее российское военно-политическое руководство. Я в данном случае хочу только подчеркнуть, что эта информация была давно известна. Но многим, в том числе на Западе, да и в Украине, мы тоже не идеальны, как-то это не мешало встречаться с Путиным, делать бизнес с Российской Федерацией. Например, нидерландская компания, это же не секрет, она поставила какую-то там суперкраску для моста, который они пристроили к украинскому Крыму. Чтобы оно там не антикоррозийное, ну, в общем, какой-то там очень специальный состав. Ну, это же все было, было. Ну, что ж, поэтому главное из этого выводы сделать какие. Но на самом-то деле есть важный момент, потому что это первое решение суда. Там же написано, что это международный конфликт. А то, ну, с другой стороны, тут как-то, знаете, это звучит вроде как уже доказали, что вода мокрая, да. Но, тем не менее, с точки зрения юриспруденции, это важно. Потому что, я почему на этом акцентирую внимание, у нас же, по мнению маньяка Путина, российского президента, у нас до 24 февраля была гражданская война. А потом гражданская война, одна закончилась в его голове дурной, а другая началась. Теперь у нас гражданская война между Россией и Украиной в целом. Не между Украиной и частью Украины, то есть оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а вот потому что мы один народ. Ну, в общем, у этих маразматиков все немножечко искривлено, но это все важно, и рано или поздно за вот это решение, за вот это вот действие по Боингу будет отвечать президент России, потому что еще раз он дал указание использовать российскую армию в 2014 году. Ну. Несомненно, кстати, скажем так, вот это решение, то, что оно вот сейчас было принято, оно несколько уже нивелировано, конечно же, потому что, на фоне всех тех преступлений, которые сейчас происходят, конечно, нельзя так говорить, но мелочи выглядит, даже гибель 300 человек. И вот это нивелирование, на мой взгляд, я думаю, все-таки это очень важное решение, вот почему. С одной стороны, да, мы прекрасно понимаем, виноват во всем Путин, виновата Российская Федерация как государство. Но это решение показало, что будут отвечать и конкретные военные преступники на других уровнях. Да. Это очень важный момент в этом решении. А по поводу того, что, они надеются, на что бунты будут, всех политиков с 2006 года по 2008 год, это надежда на то, что грузинский народ восстанет и свергнет ненавистного Саакашвили. Причем вышли те, которые были мигранты, говорили, 1 000 000 прислали, 3 000 всего выловили. Будет бунт. Запретим вино продавать. Будет бунт. Газ перекроем. Будет бунт. Ну и так далее. Когда они поняли, что бунта не будет, решили напасть. Ну тоже... На самом где-то деле, я уже видел это. На самом деле проблема Путина еще и в том, и вообще руководство их, в том, что они так и не поняли, что они в Грузии жидко обделались. Они обделались жидко, потому что своих целей не достигли. Есть другая история такая, личная моя. Я бы обозначил такой подзаголовка в Facebook «Я и Маша Захарова». Угу. Ну, это действительно такая личная интимная история, потому что, это было видео с кадры из Макеевки. Я пиранье заточил, потому что я всегда считаю, что нужно дождаться. Есть новость, есть постновость. Нужно посмотреть, а потом... Но когда я увидел комментарий Маши Захаровой о том, что это
грубое нарушение международного права, антигуманный шаг, в общем, преступление против человечности и так далее и тому подобное. Но не выдержал, но грешил, написал. И первый раз в жизни, я, кстати, интересно, у вас были такие случаи? У меня первый раз в жизни попал в бан. За комментарий? За пост по этому поводу. А, ну, всякое было. Ну, разжигание разжигание ненависти. Ненависти. Удивительно просто. Вот как выяснилось, мы тут являемся главными разжигателями. Ну, Маша Захарова меня забанила. А, вот я жду, когда она напишет, снимет бан и напишет: «Рома, будешь ли ты моим свидетелем в Гааге, свидетелем защиты?» Я, конечно, скажу, что буду. Не, ну просто-напросто, я честно скажу, может, я виноват, потому что, когда я увидел разжигание ненависти, я засмеялся и сказал: «Ну да, согласен». Так и что вы там написали? Я написал, что аморально, ну, тебе совесть надо иметь. Аморально со стороны Маши Захаровой говорить, и вообще, когда российское руководство, и россияне говорят об этом, я об этом написал. Гел, ну, давайте тут вот проговорим, что речь идет о том, что при пленении группы российских солдат один из них начал стрелять в украинских защитников и погиб. И они погибли все. И масса тут стонов по этому поводу. Как это так? Расстреляли их. Российская Федерация почему-то, как всегда, забывает вот этот момент, что один из них открыл огонь. Они это как-то выносят за скобки. Но вообще они выносят все за скобки. Давайте-ка разберемся еще раз. Вот эти вот российские, как бы это их назвать, российские деятели, без матов. Никакой лексики такой. Так вот, эти деятели у себя в эфирах рассказывают о том, что они хотят заморозить бабушек, мам, отцов вот этих украинских солдат. Эти российские оккупанты стреляют в этих пацанов наших. А потом они удивляются, что они умерли. То есть, другими словами, если рассмотреть вот это в российской лексике, то есть российская оккупационная армия на территории нацистов, то есть нас, пришла убивать нацистов, то есть нас, и недовольна, что мы, нацисты, их убили неправильным способом. Ну, я не знаю, тут можно, конечно, удивляться по этому поводу. Я хочу напомнить всем, что, на войне убивают, и каждый, кстати, насколько я понимаю, там погибли мобилизованные, и они должны задаться вопросом, что делает российская армия на территории Украины. А нашим парням хочется сказать следующее, что то есть то, что такие факты бывают с двух сторон, это меня не удивляет, к сожалению. А ну-ка давайте-ка вспомним, что было в Еленовке. Мы же помним. Они убили несколько десятков украинских пленных, заключенных в тюрьме. ООН туда так и не допустили, Красный Крест туда не допустили, и вроде бы думают, что все об этом забыли. А нашим парням я просто хочу сказать: а нахера вы, извините меня, это снимаете? Вот зачем? Почему эта тема так активно отрабатывается российской пропагандой? Хотя, еще раз, на войне это не является каким-то там суперсобытием. А для того, чтобы ослабить военную помощь Украине. А вот украинским парням я хочу сказать: если вы это снимаете, то зачем-то вы выкладываете в сеть. Потому что на каком-то этапе для части вот этого западного мира, в том числе, это будет, который и так колеблется, это будет основание для того, чтобы сказать: ну да, удивительно, российские солдатики пришли их убить, но сами были убиты. Это же нарушение прав человека. Поэтому вот в этой войне не надо просто вычленять некоторые моменты, то, что выгодно кому-то, и подгонять их под свое видение. Вот знаете, вот такую параллель проведу. Свою позицию по поводу российского вторжения вот все, по большому-то счету, давно сформулировали. Вот есть такая прекрасная страна, Венгрия.
угорщина украинскую мову. Так вот, эта угорщина, вот, что бы ни происходило, у них всегда одинаковая позиция. А. Прекратить поставки оружия Украине, перемирие, то есть фиксация оккупированных территорий за Российской Федерацией, и будь то инцидент в Польше с ракетами, они такую позицию занимают, будь то финансовая помощь со стороны Европейского Союза, которую они заблокировали. А потом ты смотришь, вот, что это все не случайность. Как вот это понять? А потом раз, Питер Сиарта встречается с иранскими друзьями своими новыми. То есть я к чему это веду? Что если людина скотина, это не мат, або подлюка, то она такой является всегда. Да. Поэтому, да, поэтому, Гела, давайте вот все-таки еще раз проговорим, что российские солдаты, они здесь все погибнут. Точка. И не надо тут рассказывать о том, что вот мы что-то там нарушаем, правила войны. О, при сдаче в плен российский товарищ начал стрелять в наших парней. А что вы хотели? Вы думали, что вы... Ребята, еще раз проговариваю, вот вообще вот понятно, что было россиянам. Если кто-то думает, что здесь будут безнаказанно стрелять в украинских парней, бомбить украинские города, то это большая ошибка. Очень большая ошибка так думать. Мы в этой войне, вот еще раз давайте-ка проговорим, мы не жертва, вот глобально. Мы охотник. Мы охотимся за россиянами. Да, это несет масса потерь, и не только инфраструктурных. Но это не меняет главного. Ну, нет, ну, как бы, понятно и то, что да, под раздачу попадают... То есть, я-то, кстати, еще написал, ну, честно говоря, я немного поторопился, я написал, что... Поздно фейк, потому что, мол, нахрена не снимали бы, если бы это самое. Ну, не разобрался в ситуации, слишком эмоционален был, да. Но все-таки есть жизнь и справедливость. Помните русскую девушку, которая на фоне протестующих украинцев танцевала калинку? Это в Германии, да. Это же она отметилась тем, что задала несколько месяцев назад самый ключевой вопрос этой кампании летней. Ну, даже не летней, а осенней, извините. А ключевой вопрос ее звучал так. Девчонки, чей Херсон? Так вот, я хочу спросить. А, девчонки, чей Херсон? И Путин, чей Херсон? Это прекрасная бабетта. Про нее Невзоров рассказывал, что она вообще-то занималась проституцией. Ну, я все профессии уважаю, и эту в том числе. Но просто я к тому, что это как-то это немножечко диссонирует, когда нам рассказывают о скрепах, а тут главные прожигатели войны, ну, в общем, ну, как-то... что-то с моральным облигом. Нам же рассказывали о великой культуре и вот все, вот, что вот все должно быть как в книжках, а жизнь немножечко другая, с низкой социальной ответственностью. Кажется, так это... Низкая социальная ответственность. Хотя почему низкая социальная ответственность? Я не согласен с этим определением. А социальная ответственность гораздо выше, чем у того, кто дал это определение на самом-то деле. У кого? У рядовой жрицы любви или у Путина социальная ответственность выше однозначно? Да, давайте, может быть, я действительно ухожу в сторону, фиксируясь на профессиональных качествах. Самое главное, это все-таки вопрос. Чей Херсон? На этот вопрос есть прекрасный ответ. Херсон наш. Наш Херсон. А что касается этой девушки, почему я не вспомнил, так ведь сегодня с утра были кадры, депортировали. Ужас. Как же она теперь? Ну, во-первых, это же тоже нарушение прав, свобод и так далее. Ну да ладно. На самом-то деле, я считаю это очень справедливым. Я вообще считаю, что очень справедливым всех, кто не хочет, всех, кто за Россию,
Еще я бы был за то, чтобы граждан, которые Запада, тех, кто за Россию, пусть живут в России. Вы знаете, Гела, это вообще в некотором роде высший пилотаж, особенно иммигранты, которые приехали в Россию, из России в страны, ту же Германию и не только, пользуются материальными благами, очень часто не работают, пользуются вот этим всем, то, что называется демократия, суд и так далее, и главная цель в жизни сделать так, чтобы место своего жительства, страны, в которую они приехали, ослабить ее и сделать таким образом, создать условия, чтобы пришли российские оккупанты и все приравняли к российской норме. А это российская норма, это Лисичанск. Там, где нет ни людей, ни заводов, ни фабрик, ни тепла, ни воды, ни газа. Вот, собственно, все. И поэтому я вот когда смотрю, знаете, в странах Балтии, вот эти вот товарищи, даже вот это вот 9 мая, которое последнее было, что-то с российскими флагами выходит. А это же свастика, понимаете, зетки, еще там что-то. Ну, подожди, друг, раз ты поддерживаешь российское государство в такой ситуации, то есть поддерживаешь фашизм, чемодан, вокзал, Раша. А то как-то странно вот у них получается. Ну, вот действительно, я вот не могу понять. Вот эти вот люди, там, Рига, Вильнюс, ну, в Эстонию в меньшей степени, в Риге больше. Ребята, раз вы так страдаете по Мордору, ну, в смысле, по Российской Федерации, будь ласка. Чемодан, вокзал. И не надо рассказывать здесь об ущемлении прав человека. Но они почему-то не едут. Дело, вот объясните мне, вот я вот не могу понять. Путина любят, но к Путину ехать не хотят. Ну, тут так не получится, мне кажется. Я за то, чтобы вот этот вот процесс, он как-то обрел какие-то рамки. Потому что если, понимаете, тут же это же вопрос не любви к украинцам, это вопрос своей личной безопасности. Потому что все вот эти вот люди, вот они хотят, чтобы эти страны были уничтожены. Уничтожены физически. И они об этом говорят. То есть демократия, демократия, но чувство самосохранения, оно должно быть. Заметьте, на фоне войны этой, кого мы стали слышать меньше? Всех вот этих вот разговоров по поводу Греты. Грета куда-то пропала. Нет ее, потому что это стало неважно. Потому что сразу на фоне физического выживания вот эти вот суперлевые идеи, они выглядят, ну, абсолютно маргинальными. Ну да, отмороженная на всю голову суперлевая и суперправая. И Да? те, и другие любят Россию. Те, и другие любят Россию. А в Фейсбуке банят почему-то меня. Ну и че? Нет, в принципе, бан снят, просто вот эта плашка, вот эта аккаунт ограничен красная, она меня раздражает немного. Чисто психологически. Она не мешает, но чисто раздражает. А по поводу приезда в Россию и по поводу и так далее. А страшновато сейчас ехать в Россию обратно. Страшновато, потому что вот две новости, которые я выдернул, как бы и сопоставил. С одной стороны, в Украине создан батальон Туран из тюрок, которые российских, не только российских, но в основном российских тюркоязычных народов. А с другой, с российской стороны, значит, привезли башкирский батальон Салават Юлаев, сформированный там, сейчас у них даже президента нет, они настолько их уже опустили, сейчас у них типа глава республики. Значит, да. А по поводу, когда говорят, что в Украине идет гражданская война, она ведь так реально начинает идти. То есть реальное очертание гражданской войны мы видим, только это не гражданская война в Украине, в России. Это гражданская война в России сейчас идет в Украине. Гела, я более чем с вами солидарен. Вы знаете, вот это же видно. Вообще-то вот этническим русским хочется передать большой привет. Вот эти вот все национальные батальоны – это основа
Министерства обороны и вооруженных сил будущих государств, которые образуются на территории Российской Федерации. Но больше всего вот эта вот этническая составляющая проявляется, знаете, в чем? Когда с красивыми бородами бойцы Рамзана Ахматовича Кадырова в абсолютно чистеньких камуфляжах, с красивыми с автоматами, с супероптикой, с такими классными касками, наушничками, ну, в общем, все самое-самое-самое то, что есть в этой сфере, ходят, вот я видел видео по позициям, где сидят вот эти вот этнические русские, русские мужики там из различных регионов, грязные, вонючие, без бронежилетов, без касок, и те рассказывают им, как нужно воевать, как нужно норы рыть. Они в этом грунте, который сейчас местами это ну, просто грязище, воевать действительно тяжело. Ну, а вот эти вот русские парни, они вот эти вот грязные, ну, потому что они в земле, они что говорят? Ахмат сила. Так вот оно, ребят. Вот это результат путинской политики, потому что мы-то отобьемся, это уже понимают все, в том числе ахматовцы, в смысле кадыровцы, а ахматсила, конечно же. Так вот это вот ахматсила, это будет распространено на территории Российской Федерации или то, что от нее останется. Вот, вот этим закончится эта война. Ну а воины Рамзана Ахматовича, конечно, я считаю, что они заслужили, чтобы возить в обозе и барбершоперов, ну и не только их. Элита. Да. Но... Элита ТикТока. Дело. Элита ТикТока. Я на этой неделе обсуждал со многими, ну, грех эту тему не обсудить с вами, как человека, который и жил в России, и ну, жить в России можно по-разному, а вы все-таки общались с этими упырями и знаете их психологию и так далее. То есть что, о чем говорят на сегодняшний день? На сегодняшний день говорят, в общем-то, концовка сложилась следующая. Есть системные силы, условно Патрушев, которые встречаются с Бернсом. Манкален встречался. Кстати, что они там обсуждали? Говорят, что ядерную угрозу. Что-то я сомневаюсь. Да и про Украину у них не было особых тем. Я думаю, что они все-таки обсуждали тему, а что делать дальше с Россией и с Путиным. А есть, сила, скажем так, кооператива «Озеро», силовая составляющая, еще его называют Пригожин, на переднем крае фронтмен Кадыров. Сам поет, сам билеты продает. Насколько вот эта конструкция, вам, как человеку, который неплохо знает вот эти все тайны московского, кремлевского двора, выглядит жизнеспособной и реалистичной? Вот то, что вот эти две силы сейчас существуют. Ну, во-первых, и Кадыров, и Пригожин, ну, они, во-первых, не из кооператива «Озеро», давайте это зафиксируем. Нет, они, я сказал, силовая составляющая. Обеспечивающие кооператив «Озеро». Вот здесь полностью согласен, потому что у нас, мы любим поразмышлять на тему, что вот это отдельные какие-то игроки, но на самом-то деле пока нет. То есть понятно, что если Путин начнет слабеть, они подумают, о, если власть зашатается, то они могут на нее претендовать, потому что у них есть свои армии, это понятно. Вот вы сказали, как я жил в России, в Москве. Ну, да, я жил в Москве, не в России. Я жил как богема. То есть, ну, если будем откровенны. Это важно. А, ну, конечно. Ну, то есть, это... Ну, это дает возможность получения большой информации. Да, вот. И... Вернемся к встрече главы СВР России и ЦРУ Соединенных Штатов. Да, вот когда они все сказали, что мы говорили о неиспользовании ядерной бомбы. Да, ребят, вот не надо бабочку лохматить, как говорил Владимир Владимирович в юные годы. Этот аспект, он был обсужден уже неоднократно
в различных сферах, после чего последовали и заявления и Китайской Народной Республики, и Соединенных Штатов на уровне президента. Тут позиция выработана планеты. Заметьте, кремлевцы, вот эти вот гордые парни, повелители скреп, они же эту тему раз и убрали вообще. Давайте вспомним Дмитрия Медведева, который грозил нам всем там судным днем, но когда российская армия была выбита из Херсонской области с правой части Днепра, он почему-то про ядерную бомбу не сказал ни слова вообще, потому что они все, им всем объяснили, что вы уже задолбали нас. Вот это вот, вы нас уже просто всех задолбали, в том числе китайских товарищей. Вот что-то значит. И они в любом случае обсуждали вот эту вот тему. Как закончить войну? Российская позиция, они же примитивные. Они что по телевизору говорят, то и на переговорах. Говорят, заставьте украинцев, вот то, что мы завоевали, пусть будет наше. Вы же Херсон забрали, ну все по-честному. А американские, наверное, друзья говорят, ребят, а хо-хо не хо-хо? Вам какой, то есть я к тому, что мы смотрим на ситуацию с точки зрения интересов американского государства, которое показывает, то есть, по сути, нашими руками, мы-то родину свою защищаем, но есть еще геополитический аспект. Нашими руками и нашими жизнями происходит вот это вот, как это... Ну, вот Россию, не, ну, скажем так, избавление от мифов и иллюзий в отношении российского государства. Вот сейчас смотришь, что там, американцы нам отправили 38 хаммерсов, 1 миллион боеприпасов 155-го калибра. Ну, в общем, в сумме там на оружие на 18,5 миллиардов долларов. То есть, если речь идет о том, что в результате этого мы защищаем свою родину и свои жизни, но при этом в рамках планеты усмиряют российских фашистов, то, извините, это даром. Это просто бесплатно. Вот если бы кто-то мог предположить, что нужно будет инвестировать в ситуацию, чтобы обнулить Россию 18,5 миллиардов долларов, то тот, кто бы эту цену назвал, он сказал, ребята, не может быть, просто не может быть. Вот, поэтому я, смотря на ситуацию еще раз с точки зрения американских интересов, я думаю, что им снарядов жалко, новых произведут, на этом еще и заработают. Как же, там же сейчас что происходит? Колоссальные инвестиции в ВПК стран Запада происходят. Конечно, они заработают на этой войне, только надо не американцев винить в этом, а вот этих идиотов, которые сидят в Кремле. Спасибо, Владимир Путин. Вот какой я делаю из этого вывод. Я думаю, что действительно масса народа до сих пор вот в таком же состоянии, как я. Кто бы мог подумать, что Владимир Владимирович настолько тупой? Не, реально. А вот, кстати, вот насколько тупой? Я не знаю, насколько вы согласитесь с этим тезисом, но я думаю, что сейчас самый лучший выход для, подчеркиваю, не для России, потому что было у меня уже, я уже это сказал, и мне сказали, да, для России, да, но Путин не понимает, что интересы России с его интересами совпадают. Но я абсолютно искренне уверен, просто пытался анализировать ситуацию непредвзято, для Владимира Путина, конкретного человека, самый лучший выход сегодня, прямо сейчас, подписать указ о полном выводе всех войск с территории Украины. Полном выводе. Если вот к тому же подпишет приказ, указ о том, что мы согласие по поводу репарантов, чего я сейчас перечисляю, Зеленский все сказал. Так, согласиться со всеми пунктами Зеленского, я... Думаю, что у него гораздо больше будет шансов удержаться у власти, чем если он это затянет. Могу ошибаться. Я с вами согласен. Еще раз. У них так устроено, что только Владимир Путин может остановить эту войну. Вот раз и все. Смотрите, вот они ушли из Херсона, они ушли из Харьковской области, они ушли из Киевской области, Сумской, Черниговской.
И казалось бы, да, ну, то есть опыт отступления есть. Что в России? Все нормально. Все нормально. И сейчас тоже, это только Ольге дать команду, они даже это обоснуют правильно. Они скажут, что мы задачи выполнили, все. До свидания. Да я могу за них это обосновать. Сказать, давай, что мы защищали Родину, мы пытались защитить, спасти Украину, но сейчас силы оказались неверны, Россия сосредоточится. Россия вас прянет. И вот сейчас от нас, от всех, от нашего единства зависит спасение России. Это просто все это, ребята. Конечно. То есть никаких проблем не будет. А если война, ну, то есть что происходит? Вот в российском лексиконе есть такая популярная фраза. Это затягивает военный конфликт. Там Машка Захарова об этом говорит, Путин об этом говорит, что мы все равно, мы всех победим, мы все цели специальной военной операции выполним. Правда, никто эти цели не артикулирует по каким-то странным причинам. Пора бы уже сказать, наверное, спустя 9 месяцев практически. Вот, ну, короче, дело. Я вот поэтому и говорю, что он тупой. То есть выяснилось, что просто, вот, что просто тупой. Ну, это же можно дальнейшие события немножечко просчитать. Конечно, вот будут они продолжать. Вот сегодня у нас понедельник, они по понедельникам пробуют бомбить. Могут куда-то попасть здесь, могут кого-то убить. Может быть, снова не будет долго света. Только на войну это не повлияет. И на количество трупов российских солдат это тоже не повлияет. Вот, вот надо проговорить еще раз, что вот украинская армия, она воюет независимо от количества электричества в Киеве или во Львове. Вот это два независимых процесса. А если учесть, что в Киеве, во Львове и в других городах у этих солдат, о чем мы говорили, мамы, жены, дети, то эффект будет обратный. Вот, собственно, все. Ладно, бог с ним, он тупой, но на протяжении, вот, что меня больше всего бесило в первые полгода войны, скажу так, даже, ну, может быть, первые 4-5 месяцев, но полгода даже, да, конструкция же была у многих экспертов, была, они объективных, там, конструкция была следующая. А, первое, Украину жалко. Б, второе. Запад делает все, чтобы Украине дать столько оружия, чтобы она воевала как можно дольше с Россией и ослабила Россию. Поэтому еще не получится. И третья часть этой конструкции – россияне. Россия – это темная сила, сволочи и так далее и тому подобное. О, ведь Запад же подтолкнул Россию к этой войне. Таким образом, Запад и Россия виноваты в том, что Украина так страдает. Рациональные аргументы не действовали. Но сейчас, ну, скажу одну вещь, очень важно. Сегодня эти же люди говорят, радуются тому, что Россия проигрывает, и говорят, какие молодцы украинцы. Ну, дело. Можно сколько угодно слушать различные экспертные оценки. Ситуация вся на земле. Вот и она понятна. Да, и эта ситуация на земле во многом благодаря западному оружию, которого, да, недостаточно, да, мы, у нас тут, знаете, даже целая есть дискуссия на тему, так, есть ленд-лиз или нет ленд-лиза. Ну вот если бы не было этих поставок, неважно, как вы их называете. По поводу, есть ленд-лиз или нет ленд-лиза, могут вести люди, которые не знают, что такое ленд-лиз. Ленд-лиз – это закон. Закон есть, и по этому закону есть поставки. Ну, есть мнение, что поставки не по этому закону, а по вот этим вот траншам, которые постоянно оглашаются. Но меня, как гражданина, мне все равно, как оформлены снаряды к Хаймарсам, которые сюда приехали. Ну, это уже американские дела, пусть сами разбираются. Нас тут вообще не касается. Конечно, мы можем ставить вопрос о том, что можно было бы больше. Но, знаете, там же американцы отчитали, сколько они поставили оружия. Так вот, насчет этих хаммерсов. Выяснилось, что их 38. Я вспоминаю Арестовича.
полгода назад, или когда они начали поступать, и других украинских экспертов, которые, когда была первая поставка, 4 штуки. И тогда нам говорили, чтобы изменить ситуацию на фронте, надо хотя бы 50. А теперь мы берем 38 американских, энное количество из Великобритании, из Германии, и вот появились даже французская модификация ЛРУ. Так вот в сумме получается их уже 50. И, конечно, мы можем теперь вернуться вот чуть-чуть назад и задаться вопросом. Так что получается, есть ленд-лиз или нет? Ну вот так вот оно, расписано, то, что называется плановые поставки, все эти заявления американских должностных лиц о том, что мы думаем, внимание, о среднесрочной и дальносрочной перспективе о и облике вооруженных сил Украины. То, что получается, если они думают на долгосрочную перспективу, то в Украину верят не только мы, но и другие люди, которые, да, иногда в прогнозах ошибаются, посольство эвакуируют, а потом корректируют ситуацию в зависимости от ее развития. Именно так. И, кстати, 50 – это какая-то сакральная цифра, потому что Валентин Бадрак, это директор и учредитель Центра исследования армии конвенции и разоружения, в свое время сказал, когда была дискуссия, что будет, если русские широкомасштабную агрессию, сказал, надо убить, нам понадобится убить 50 тысяч русских, и потом будет все нормально. А когда цифра приближалась к сакральной, 50 тысяч, мы так друг на друга смотрели, что будет после того, как 50 тысяч эта цифра будет. А как только она за 50 тысяч перешла, была Харьковская операция. И потом понеслось. Так что... И это понеслось, будет продолжаться. Это понеслось, будет продолжаться. Несомненно, будет продолжаться. Наступательные операции, вот сейчас, сегодня упало сообщение, ВСУ, я не знаю сейчас, насколько оно широкомасштабное, или это отвлекающий маневр, это в районе Орехова, это Запорожье. Наступательные операции в районе Сватово. Так как в основном ВСУ пока не берет, пока нет такого конкретного результата. Взяли Херсон, сообщили. Не сообщает неправильно, это режим молчания вообще. Копчак Володя, это больше. Зрители канала его хорошо знают. Директор Южно-Кавказского филиала того же центра, он говорит о том, что если бы была бы возможность, я бы, вот как 44 дня было в Азербайджане во время войны, режим молчания, я бы, ну, просто в Украине это невозможно. Так или иначе, верим в ВСУ. И слава Украине. Все будет, Украина.